стресс называют болезнью 21 века. Это, в принципе, уже ни для кого не секрет. 40% населения Земли, по исследованиям, нуждаются вот в помощи вследствие стресса, тревожных состояний и так далее. Что вы посоветуете? Как человеку можно избавиться или противостоять стрессу, тревоге, неуверенности в завтрашнем дне? Обычно это делается только лишь, когда человек понимает, кто им управляет, кто его ведет, и насколько он может правильно позиционировать себя с той силой, которая его развивает. Тогда у него не будет никаких тревог, проблем. Он будет полностью правильно находиться в обойме внутри этого прибора, который управляет им, этой системы. Будет идти вместе с ней. Когда человек ожидает чего-то хорошего, он же все равно пребывает в стрессе. Но в стрессе, может быть, так он немного рад. Он должен понимать, что значит ожидать хорошего или плохого, и от кого именно, и когда, и как. Это все он может только лишь изучая методику управления природой им. Так что здесь ничего не поможет, кроме серьезного образования, которое, ну, я не хочу себя рекламировать, но у нас есть такие курсы, бесплатные. В основном. Так что, пожалуйста, можно этим заниматься.